В общем, дорогие друзья, конечно, поднимите руку, кто был на прошлом концерте. Выйдите из-за... Спасибо. Нет, конечно, я просто боюсь что-нибудь повторить, но все-таки песни будут новые, которые, в общем-то, нигде не записаны. Недавно Эльдару Александровичу исполнился 85 лет, Эльдару Александровичу Рязанову. Я в прошлый раз рассказывал, что он мой сосед. Он так и остается, и мы также играем в бильярд. И потом сидим, разговариваем. Я ему пою что-нибудь, и я ему спел эту самую песню, самую любимую. Хотел на немецком вам сейчас спеть, но немцы есть в зале? Нету. Все, поднимите руки. Вот так поднимите. Подняли и вышли. Значит, я ему спел самую любимую. И он говорит, какая у тебя хорошая новая песня. Я говорю, здрасте, Эльдар Александрович, новая. Какая новая-то? Этой песне 20 лет уже. Я говорю, вы что, не слушаете, что ли? Я же подарил вам эти все диски свои. Он говорит, а ты мои книжки читаешь? Ну, в общем, он родился в городе Самаре, мы были позавчера, по-моему, в городе Самаре, и я говорю, он же у вас тут родился, вот, и прожил целый месяц. Месяц пожил и поехал в Москву. И уже там жил между Смоленской и Зубовской до 18 лет. В общем, песня вот такая. Между Смоленской и Зубовской смотрится в окна закат. Сколько же, если задуматься, всякого помнит Арбат. Сколько людей покалечила непонимаемая Ваше Величество, женщина, Родина злая моя. Но музыка из детства Арбатского, как нить, прошила жизнь, любовь и время строгое. Его большое сердце способно все простить, но если не все, то многое. Здесь необычно, и в дождь, и в снег все наполняет покой, ведь у природы мы знаем все, нету погоды плохой. Люди здесь жили известные, и все, кто ушел сквозь набат, выбились в стражи небесные и охраняют Арбат. А музыка из детства Арбатского, как нить, прошила жизнь, любовь и время строгое. Его большое сердце способно все простить, но если не все, то многое. Улица вроде не длинная, столько вместила в себя, как и подружка неглинная, и храмы, и башни Кремля. Все это в сердце и в памяти каждый с собой забирал. И что вернется когда-нибудь, твердо в скитаниях знал. Ведь музыка из детства Арбатского, как нить, прошила жизнь, любовь и время строгое. Его большое сердце способно все простить, но если не все, то много.